Внимание! Равнение на государственном флаге Республики Молдова и Гагаузии. Смирно! Право поднять флаги предоставляется выпускникам лицея Пяти Шалегу и Дородур Карине. Государственные флаги Республики Молдова и Гагаузии поднять. Синим солнышком утро согрето, день начинается светлый и ясный. Грустишь ты немножко, прощаешься с летом, но радостно шепчешь: школа, здравствуй! Здравствуйте, дорогие ученики, родители и гости нашего праздника! Буназила тутурор, елеви, профессор, перинти, чуваспити. Сабатая русу, сайгы уринкилер, уригиджилер, аналар, бобалар, манилар, дядлар, кемпау, мусафирлер. Бесок сивнее синеден, сизы бурада гюрне. Тебит ищен, ялавык сиджах язымыз. Онын анбеля кешти бизим кыса яз каникуларымыз. Бүгін бізді окол елін башлантысы. Уже земля сменила платье, и свой наряд. По всей стране у всех ребят. И в сентябрьский день погожий, и когда шумит февраль, школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль. Сентябрь берет оттуда, чек перевесы, и я с банклар, Леонард Джасерт Маклар, Голдолайдолу, Гриждар и Кугу Чанжасиса. Сисади ведущую, некогда бугюн, хендер касабада, хендер кюйде, Биннерден ушай гирерлер кенди классларына. Бүтін Молдова башлар окула. Бүгін бізін дослы окул айлемізе Катылырта 27 үйренінжі. Онлары кашлайдек, кенбірге йолына бөтіредек, ит күйредеке Каратер Зелена Иванна. Бізім йортымыза теклиф едейріз 1-ші класы. Слово предоставляется директору лицея Драгневой Елене Николаевне.
Здравствуйте, дорогие гости! Приветствуем вас сегодня на нашей линейке. Здравствуйте, ребята, родители и наши педагоги! Вот наступил первый осенний день, наш праздник, День знаний. Впереди всех вас ждет замечательный год с разными успехами, достижениями. Хочу пожелать 12 классу, это последний год их обучения в лицее, побольше успехов и сдачи выпускных экзаменов на степень бакалавриата на отлично. Хочу поприветствовать наших первоклашек. Добро пожаловать в нашу большую семью. Пошки Ильдемис, биня отсвинит. Вас будут окружать тут братья и сестры, ваши товарищи, педагоги, которые научат вас всему самому лучшему. Вы наберетесь много знаний. Совсем недавно, 26 августа, проходила в Камрате традиционная августовская конференция, где чествовали лучших учебных заведений. Наш лицей не остался в стороне. И на этой конференции прозвучала такая цифра, как 48. Кто скажет, что я хочу сейчас сказать? К чему это? Что 48? Погромче. Гагаузской письменности, нет? Что? Отличников 48. Про отличников тоже говорили. Но там подчеркнули, что средний возраст учителей по Гагаузии 48 лет. Да, это много, но это неплохо. Средний возраст по нашему учебному заведению чуть-чуть не дотягивает до 48. Я считаю, что вас, ребята, окружают мудрые, опытные педагоги, которые дадут вам большой багаж знаний. В том числе я бы хотела сегодня сказать, что наш коллектив тоже омолаживается. Уже третий год у нас работает молодой специалист Бардей Мария Георгиевна, которая преподает румынский язык и литературу. Поприветствуем и пожелаем ей успехов в дальнейшей работе. Также в этом году поступили еще два новых учителя, педагога. Драгня Юлия Анатольевна, учитель румынского языка, литературы и английского языка. Топал Светлана Федоровна, учитель начальных классов. Милые, хрупкие, красивые, добро пожаловать в нашу большую семью. Эти педагоги готовы с вами поделиться своим багажом знаний. Ваше дело только это принять и развивать дальше. Всем желаю еще раз хорошего настроения, бодрости, духа, стремления к знаниям, к высотам. И ни для кого не секрет, что случается учительское счастье из ваших ребят ученических побед. В добрый путь всем! Дорожить. Двери
Выполнит примарь села Жекова Софья Васильевна. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, уважаемые родители, присутствующие гости, всех поздравляю с началом учебного года. Но особо сегодня хочется поздравить наших первоклассников. Дорогие ребята, сегодня ваш первый школьный день, ваш первый школьный праздник. Вы сегодня такие красивые, такие нарядные. Но, наверное, каждый из вас волнуется. Волнуются ваши родители, волнуются учителя. И не зря. Ведь вам вместе придется пройти долгий путь, 12 школьных лет. Это очень-очень много. И я надеюсь, что этот путь будет светлым. И в вашей школьной жизни появится много друзей и много-много приятных моментов. Особые слова хочется адресовать и нашим выпускникам. Дорогие ребята, этот год будет для вас судьбоносным. В школе вы научились читать, писать, вы осваиваете иностранные языки, получаете знания по математике, химии, по различным другим школьным дисциплинам. Но это не главное. Главное, чему вас учат в школе, это думать, анализировать, делать выводы, сочувствовать и сопереживать. Я желаю, чтобы все те знания, умения и навыки, которые вы приобрели в стенах этого лицея, помогли вам претворить в жизнь то, что вы задумали. Дорогие педагоги, вам желаю крепкого здоровья, терпения, благодарных учеников. И пусть ваши педагогические профессиональные задумки воплотятся в жизнь. Уважаемые родители, вам тоже желаю терпения, выдержки,
курсе всех тех событий, которые происходят с вашими детьми. Интересуйтесь их успехами. Вашим детям нужна ваша родительская помощь. Пусть этот учебный год будет для всех удачным, успешным и плодотворным. С праздником всех! Слово предоставляется депутату Народного собрания Гагаузии Тёсе Леониду Николаевичу. Доброе утро, дети! Доброе утро, родители! Доброе утро, учителя! Вы знаете, начинается одновременно и праздничный день, и одновременно и тяжелый. Надо пораньше вставать, надо уроки делать, надо с родителями ругаться по поводу уроков. Вы понимаете, вот эти первоклассники, которые сегодня вступили в порог школы, они еще до конца не понимают, что их ждет. А 12 класс уже трепетно и с нервишками ждет бакалавр. И я им пожелаю, чтобы они вот с сегодняшнего дня начали готовиться к этому бакалавру. Я хочу, чтобы наша школа была одна из самых лучших по сдаче бакалавра. И это зависит от вас. Я уверен, что наши учителя дают все вам, максимально все, чтобы вы получили эти знания. И говорят, что храм богат своими прихожанами, своими верующими людьми. А школа богата не своими евроремонтами или классными компьютерами. Она богата своими умными, воспитанными учениками. У меня для вас есть две хорошие новости. Одна новость, мы с Еленой Николаевной по ее просьбе выделили 100 тысяч на ремонт вашей лаборатории ТыкВилл. И вторая новость, вчера буквально мы заседали, и каждому ученику на подготовку в школе наконец-то мы это приняли. Я никогда не думал, что чтобы помочь детям, столько усилий надо приложить. И мы уже наконец-то выделили по 1000 лей каждому ученику, каждому именно, на 1 сентября. Но я думаю, что это 1 октября это выйдет. Всех с праздником! Я хотела бы еще поблагодарить Леонида Николаевича. Он выделил от лица учителей, от лица администрации, от лица родителей и детей 2-го Б-класса. Мы хотели бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили нам возможность иметь в классе принтер, который имеет функцию сервиса, сканера, копира и доску, которая тоже включает в себя аномагнитная, матовая и расчерченная. Спасибо вам большое за предоставленный такой подарок. Спасибо. Слово для поздравления предоставляется отцу Вячеславу. Доброе утро всем, дорогие дети, педагоги, родители, присутствующие здесь, на этой линейке. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, с началом учебного года. Летние каникулы прошли, отдых закончился, и пришла пора, когда необходимо браться за труд, узнавать многого, учиться. И самое главное, слушаться прежде всего родителей, иметь послушание к родителям. А во вторую обязанность, это иметь послушание к учителям, которые будут стараться сделать все возможное для того, чтобы дать вам знания и научить вас жизни. Поэтому желаю всем успехов, Божьей помощи в этом наступающем учебном году. Учителям терпения и здоровья. Божьей вам всем помощи. С праздником. Председателю Муканевского района Чубан Петру Васильевичу. Жанна Кайрулку. Доброе утро. Геннадий Миниатна.
уважаемые учителя, уважаемый технический персонал, уважаемые родители, уважаемые ученики Алексея Салатовича. Я, во-первых, хочу попросить у вас извинения, то, что мы не смогли вам в этом году организовать отдых в лагере юных. Но обещаем, по некоторым причинам, вы сами знаете, то ковид, то остальное, но дай Бог, в этом году и на будущее мы это упущение выполним. Хочу лично от себя и попросить поздравления от имени Елены Федоровны Батькана, от членов исполкома. Сегодня праздничный день, сегодня 1 сентября. Отдохнули хорошо, набрались энергии, а сейчас, сегодняшнего дня и на будущее вам придется кропотливая работа. Ваше терпение, учителей, учителей терпения вас, но я думаю, будет здоровье, будет мир, все знания легко осваивать. Поэтому желаю вам всем здоровья, мира, успехов и войти сегодня в мир знаний с хорошим настроением, с улыбкой, да поможет нам всем Бог. Спасибо. Значит, снова наступил учебный год. По крайней мере, сентябрь жиголовый, вольный ученической идет. Бар был мас айдыны дуние, ушак башлар юрене. Ой юрене жезме, лафетме, аннама долайдакы дунии емин саннары. Оны вреде гюнешчик, учан келебеж, сегелі масалар, жүндішлі ресінжік, шен ойынлар, тата келер ойын, не заман ұшак келер оқылар, не еді оны беклер ілк өйредеже. Ілк құрклама сөзіне бестекли федерис Каратез Елена Иванны. Здравствуйте, уважаемые первоклассники. Вчера у вас был статус дошколята. Сегодня вы уже присваиваете статус ученика. Сегодня вы вступаете в страну знаний. Эта территория называется школа, которая поможет вам преодолеть все ступени обучения. Здесь вас ждут новые открытия, интересные и занимательные развлечения, игры, друзья. И по этой дороге тернистой и сложной вас поведут учителя, которые будут вам друзьями и помощниками. Ребята, не бойтесь сложности, берите выше. Если препятствия будут на вашем пути, не останавливайтесь. Только вперед. Удачи вам на этой территории знаний. А всех гостей, всех учителей, всех учеников поздравляю с началом учебного года. Желаю вам, чтобы этот учебный год приносил самые-самые лучшие плоды. И чтобы вы сами радовались своим успехам. А пятому классу особенно хочу пожелать. Не подведите, ребята. Будьте всегда на высоте. Удачи всем в этом году. Класс, постарайся во всем лучшим учеником. Все домашние задания буду четко выполнять. На урок без опоздания буду утром прибегать. Первоклассник нарядился, как на праздник, даже в лужу не зашел, погляделся и пошел. У меня букмарка с фейми и тетрадки и дневник. Я теперь на самом деле первоклассная ученица. Мама с папой вас сказали, как вести себя за паузой. Например, нельзя лежать, пауза это не повод. Теперь даже другая.
Запияй вместе нас. Святуй осень, святуй школу, святуй нашу пилюсь. И ни с кем нельзя болтать, чтоб уроки не сорвать. 45 минут урок, продержаться бы весь урок. Папа дал такой совет, хочет сбегать в туалет. Взять нельзя еще в куфет, там купил бы я конфет. Наш первый самый-самый, звени, звени звонок. Домой идите, мамы, пора нам на урок. Дома ручку не забуду и тетрадь, и карандаш. А забыл, реветь я буду на весь класс, на весь этаж. На уроках обещаю не шуметь и не болтать. Если я ответ не знаю, буду руку поднимать. Я сидеть на мели прямо, как учила меня мама. Захочу спросить, сказать, надо руку поднимать. Не буду я лениться, что я буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, читать. Бежал я в припрыжку, боялся опоздать. И 2% под мышку успела мама дать. Мне исполнилось 7 лет, и меня счастливей нет. Посмотрите, что за чудо, первоклассный мой букет. Нет, нельзя мне расслабляться, надо первым быть, стараться. Буду слушать я маму, с ней я точно стану первым. Здравствуй, год учебный, школьный, добрый путь, ученики. Перезвоном колокольным пусть звенят, звенят звонки. Все завидуют милое, повзрослевшей детворе. И гремит звонок на школьном шумном праздничном дворе. Пусть нам летажа немного, мы крутить не будем зря. Здравствуй к нам, дорога, здравствуй, праздник сентября. Уши вымоты до глянца, алый гриб на крышке ранца. Да и сам я как грибок, из-под кепки смотрю в бок. Все ли видят, все ли знают, все от зависти вздыхают. Здравствуй, год учебный, школьный, всюду у вас ученики. Перезвоном колокольным славят себя школьные звонки. Ранят прописи и тетради, все давным-давно в порядке. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Дома не сидится, не хочет наиграть. Хочу скорее учиться и первоклассной стать. Улыбается походы, лишь праздник ребят. Вскоре умутиться тоже, только много я казах. И сияет ярко чистоты, наполняет небо голосами, украшает красками хвосты. Сначала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. Thank you.
теперь, ребята, вы тоже школьники. Мы принимаем вас в нашу дружную семью. Дорогие малыши, сейчас к вам обратятся корифеи всех школьных наук. Мастера контрольных сочинений, профессора по сдаче зачетов и экзаменов. Самые старшие ученики школы, 12-классники. Передаю им слово. Первое сентября для нас наступает вот уже в 12-й раз, но каждый раз мы взволнованы и счастливы возвращаемся в школу. Здесь нас ждут наши друзья и учителя. Дорогие первоклассники, сегодня день торжественный для вас, ведь вы впервые пришли к нам в школу. И в этот день, который позабыть нельзя, примите наши поздравления, друзья. Пусть, ребята, будущее здравствуй. Знаний мир открыт перед тобой. Этот мир чудесный и прекрасный, связан навсегда с твоей судьбой. Пусть откроются тебе дороги и тропинки школьные пускай. Будут и удачи, и тревоги. Это мир открытий, ты дерзай. Станьте командовать на следе нашего земного корабля. Станет мир и лучше, и светлее. В разном свете. И лучше, и светлее, в разноцветии милых детских глаз. Люди станут чище и добрее. Дети, мы надеемся на вас. Сегодня не просто день знаний. Сегодня день рождения нового учебного года. Итак, встречайте новый учебный год и его свита. Свита, выходите. Давайте домой. Любят и чтут. В моем королевстве науки живут. Я каждой науке название дал. Сегодня на праздник с собой позвал. Математика сложна, но скажем с почтением. Математика нужна всем без исключения. Чтобы внести в народ культуру, надо знать литературу. Книги мудрые читать, мир духовный открывать. Я наука всех наук. Чтобы будущее знать, надо в прошлом побывать. Те, кто физики не знает, очень многое теряет. Все природные явления объясню без промедления. Все на свете существа состоят из вещества. Из какого знаю я? Я наука химия. Города, пустыни, страны, реки, горы, океаны. Все узнаешь не спеша в географии. Связан каждый шаг и каждый миг. Биологию обязан знать каждый ученик. Дорогие друзья, я передаю вам заветный колокольчик. И когда он прозвенит, учителя вас поведут дорогой знаний и научат всем премудростям. Желаем всем крепкого здоровья, выдержки и терпения. Поздравляю всех учителей! Школьный дом, счастливы мы в нем, на месте мы войдем в этот школьный.
новом учебном году предоставляется ученику 9 класса Дравневу Александру и ученице 1 класса Дворниковой Анастасии. День знаний, день мира. Пусть будет мир в каждом доме, в каждой стране. Мир – это жизнь на планете. Мир – это солнце на нашей земле. Мир между взрослым и детям. Сентябрь наступил, закончилось лето. Пришел праздник знаний, учебы, отметок. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляю, друзья. Также хочется поздравить пятиклассников, которые перешли в старшее звено, и пожелать им успехов в учебе. Торжественная линейка, посвященная празднику первого звонка, объявляется закрытой. Право первым уйти предоставляется первоклассникам. Поздравляем, друзья!